В 11 классе физико-математического лицея онлайн-урок по обществознанию. Учитель Елена Ожередова. Повторение и подготовка к ЕГЭ. Политическая система, статьи Конституции пока нынешнего образца, социология. Гоняют по всем вопросам. Следующий вопрос. Четвертый. Так, Тимофей. Судьи независимые подчиняются только президенту. Судей вроде бы нет, наверное, потому что судьи не подчиняются президенту. Умница, а кому они подчиняются? Помогаем, класс. Кому подчиняются судьи? Правительству. Дима, лучше молчи. Конституционному собранию судей. Кому подчиняются судьи? Вопрос. Закону. Какому? Конституции. Конституции и федеральным законом. Больше никому. Вспоминайте, судебная власть самая независимая. Таким образом, я стараюсь их, нехорошее слово, прогонять по разным темам, и чтобы они вспоминали при этом все блоки, которые входят в ЕГЭ, обществознание, при этом старались говорить, потому что если дети не рассуждают, их многие вопросы вводят, вводят в трудности. И поэтому им нужно говорить. Нужно говорить, потому что сейчас они больше молчат. Елена Ожередова не просто учитель истории и общества, но и эксперт ЕГЭ по этим предметам. Режим самоизоляции выбил из привычного ритма занятия в школах. Особенно не просто сейчас выпускникам. Через месяц с небольшим им сдавать единые госэкзамены. Елена Алексеевна считает, что дистанционное обучение может повлиять на подготовленность учеников и не в лучшую сторону, а потому дает дополнительные задания. Нам приходится с ними еще встречаться помимо урока, да, и обсуждать вот эти темы. Плюс еще я разрабатываю свои тесты, у меня по всем темам есть тесты, которые я присылаю им, вы даже, наверное, слышали. Они возмущаются, ругаются, но решают, поэтому за своих я спокойна. И все-таки учитель, как и многие ее коллеги, надеется, что сдавать единые госэкзамены выпускники будут в привычных, традиционных условиях, равно как и поступать в высшие учебные заведения. Ирина Белякова, Антон Коврижных, Юрий Шемякин. Программа «События».